Правильно, через правое плечо, да, да, все. Быстрее, быстрее. Давай отсюда, поехали. С этой стороны. Вот это правильно. Встань. Крокодил. Медленно. На колени не встаем. Смотри, как он то идет только руки. Четыре точки у него, ладони и ноги. Пошла. На колени не вставай. Давай, давай, активно. Я жду, устаю. Он устает. Ты вот так быстрее приходи на финиш, давай. Попу ниже. Попу и грудь ниже. На руки акцент. Работать, Настя, ну мы же договорились, давай. Собери, собери. И обратно пошли. Встань, встань так же, встань. Все работают. Колено отсюда. Пошли назад. В японских кимоно все работают только так. И с русским духом. Давай, молодец. На руки больше акцент. На грудь, Настя, работай. Как по скале слазишь, Настя. Представь, что ты по скале слазишь. Смотри, как он ногами прыгает. Видишь, ногами алгоритм его движения. Как со скалы. Как будто по стене ползет. Хорошо. Не вставать, не вставать, сиди. Нога вперед. Колено отрываем. Ногу нагружаем. Ногу поставили. Сели. Выкинули ногу вперед. Нагрузили. Еще колено взяли в пол. Сели. Пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлично. Бойс. Раз, два, три. Раз. Мы все снимаем, два, в Америке еще три. Посмотришь это. Все это будет в интернете, давай. Держись, да, держись, молодец. Садись. Нет, стоп, назад. Не села, сядь туда. За ногу. Вот, теперь ногу вперед перекидывай. Становись на ногу. И сразу на себя. И на попу, сбоку. На попу. Молодец. Все, отлично. Три. Два. Три. Теперь назад то же самое. Умничка. Смотри, легче назад, раз, видишь? Два, три. Раз. Что-то не должен делать. Все правильно делаешь, ты молодец, ты делаешь правильно, просто счет. А, вот. Раз, два, три. Настя, зацени. Раз, два, три. Раз. Но Стас уже технично делает, поэтому у него, да. Так, и смотри, когда садишься, Настя, на ногу, которая смотрит перпендикулярно телу, наклоняешься. Окей. Максимально. Окей. Назад ногу. Сядь на попу. Стоп. Сядь на попу. Сядь на попу. Не на ногу. Вот. Теперь наклоняйся. К ноге. К стене перпендикулярно. К той. Вот. Колено подтяни ближе к себе. Правой ноги. Правой ноги. Положи. Наклоняйся на колено. Вот. Вообще молодец. Классно. Кругом. Все. Давай теперь переднюю ногу назад закидываем. Опять встала. Переднюю назад. Села. Теперь наклонилась на эту ногу. Смотри, как правильно делаешь, молодец. Вот, руки на пояс. Вот. Давай, 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 растяжка, потом все поправим. Мази, массажи, все, восстановление будет, вот. Давай. Давай, ногу назад, назад, назад. Назад, еще, еще, еще. Оп, села. Положила оба колена, легла. Грудью, грудью ложись. Грудью. Вот так. Вот, отлично. Так на ногу надо лечь было, ну, на ногу. Не поднимать. На ногу прям ложись, на ногу, на ту. Вот сюда, да. Куда? Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда наклон. Встала, пошла дальше. Давай работаем, работаем. Я же говорил, поработать надо. Стас подошел, все, работаем. Держись, держись, молодец. Хорошо, достаточно, давай, чтобы не зациклилась она, давай. Отползли назад, следующее. Хорошо. Так, следующее. Следующее. Этот перекат попробуй на спине. Ширк, 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 ширк. На середине развернуться, да? Настя, возвращайся, все, пешком возвращайся. Да, вот это, смотри, до середины дошли зала.
Вот так здесь разворот делаем и другим боком. Потом там полный разворот и еще раз. Видишь, поехали. Нас греют. Вот он развернется потом и другим боком пойдет. Смотри, туда тело, ноги туда. И закидывай себе. Вот. Она делала, она знает. Во, молодец, Настя, пошла, все, давай. Давай, 10 шагов таких, разворот на месте, другим боком. Дышать, дышать, молодец. Больше скручиваемся, Настя. Руки в одну сторону, ноги в другую, давай. Увидишь, как Стас, смотри, видишь, он раскачался и пошел. Оп, Стас, руки в ноги. Вот смотри, смотри, как Стас руками, локтями работает. Чем больше локтями, тем длиннее шаг. Пошли, 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 пошли. Да, да, руки в замке впереди, не в таком, а в замке, как у Стаса. Во, руки, локти в разные стороны, давай. Вот так. Во-во-во-во-во. Давай, алгоритм найди этот. Пам-пам. Очень хорошо, молодец. Стас, давай, молодец. И обратно пошел сразу. Молодчина. Раз, два. Раз. Сделал раскантовку. И пошел обратно. Вот как раз согрев. После этого принимаем горячительные напитки и продолжаем. Вообще тренировка после перца — это вообще самое лучшее, что может быть. Ноги висят, поехали. Округли спину. Как? Нет, ты так хотя бы пройди. Да. Стасик, молодец, давай. Настя, до конца надо дойти. Голову подними. Здесь и прокачка головы, живота. Бедер, это вообще то, что надо. Это новые технологии подготовки спортсменов, людей, связанных с культурой тела. И так это работает до конца. Собралась. Да, руки расслабь, расслабь руки. Маши ими как хочешь. Да, это не важно, где они. Пошла в разные стороны. Руки, ноги в разные стороны. Ноги в одну, руки в другую. Давай. Вот уже лучше. Давай. Прибавь, прибавь. Длиннее движения делай. Ос, 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 ос. Попу перекладывай. Если попу перекладывай, тогда параллельно пойдешь. Да, да, давай, 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 иди, иди, иди. Курки, осу. Что сделаешь? Курки. Сейчас, не, подожди, сейчас мы вместе будете делать. До конца. Разомни талию, поясницу, Стас. Ноги не кладем, давай, до конца. Давай, 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 работай, работай. Дыши, дыши, осу, осу, осу. Давай, давай, работай до конца, вот до забора. И потом будет свободно, пошла. Вот так, во, смотри, собралась, смотри. Это только русские девчонки так могут собраться в нужный момент и работать. Накануне Дня Победы над фашизмом. Молодчина, давай, Настя. Мы болеем за тебя все. И всегда будем болеть. Дотронься рукой до стены. До берлинской, немецкой. Оп, молодчина, умница. Вообще, замечательно. Видишь, он не встает на плечи. Оп, и обратно, Стас, через плечо. Через одно плечо. Через второе, чтобы голова не участвовала. Нельзя на голову вставать, можно сломать. Вот так, хорошо. Давай, Настя, еще раз. Мягенько. Давай, приготовилась. Встала и на руках жестко стой и сразу крутись. Молодец. Очень хорошо. Давай, давай, молодец. Поэтому вчера так и Ландышу и понравилось. Ландыш, да? Со Стасом, что он такой техничный, быстрый, аккуратный. Давай, давай, давай. Давай, молодчина. Молодец, смотри, как хорошо. И теперь через плечи пошли, через плечи, через правое. Молодец, правое с другой стороны растет. Справа. Еще раз качнись и еще раз, резче. И через правое, голова вообще не участвует. Хорошо, через левое, давай быстрее. Хорошо, что ты молодая. Через правое, через левое, у тебя два плеча. Да, Стас, мы это делали сегодня уже, креветки. Поехали, быстрее. Настя, через другое. Настя, через другое. Да, давай, молодец, хорошо. Голова все равно участвует. Давай, давай, давай. Голова, да, надо на плечо чисто уходи, на плечо. Через плечо сразу, хоп. Вот так, вот этого хорошо было, красиво. И еще раз. Хорошо. У тебя все время тащит налево все время. А надо. А надо направо.